в тему, ну ладно. Ну, можно ли на дорожке лежать или сидеть на тропинке в лесу? А чего ж нельзя? Ничего не будет, если... Либо клещей не набрали. Он у нас раньше... Нет, привет. Клещей не знать, где наберет. Слушай, раньше старухи говорили, бабки у нас, как первый раз в грозу слышишь, иди на поле, ну не на поле, хоть на вон, на улицу, по траве покатайся, чтоб спина не болела. Пойдем кататься. А вы уже слыхали, может? Нет, еще не слышали в этом году. А я позавчера слыхала. Скорее вот так разделась, пошла. Вот тут олегла, накаталась. А что, надо совсем раздеться, что ли? Не, и там и раз вот с одной Беляцкой руководитель. Тоже нам по школу встретились. И одна женщина говорит, ой, вот идем, спина болит. Она говорит, у меня болела. Я под Николу, говорит, пошла, по росе покаталась, голая, как мать родила. И хоть меня группа была, меня хоть и группу сняли. Ну, два меня приехала ко мне со Сланцем. Пошли. Поночевала вечером. Не, днем пошли. Там же холодно зимой. А тут хоть солнышко приезжало. Мы вот сюда к ручью пошли, разделись. И катаемся там. Из труб нам баню рубили. Мы там еще щепки это трещать идем. Мы как накололись. Это вы во время грозы или просто? Нет, под Николу. А под Николу неважно, гроза есть или нет, да? Да, это 22 мая Никола. Да, мы знаем. Вот, потом лежим мы. Лежим мы с нею, а в кусту кот. Мы говорим, кто так нас ловим под караулью? Поднялись, не видно, кот вылазит. Ну, покатались, полезли. Потом я раз там без нее пошла вот туда к соседке, там лух у ней. Думаю, пойду, там и роса хорошая. И там покатаюсь, разделась наголо, тряпки свои повесила на изгородь, покаталась. Иду одеваться, идёт какой-то мужчина. Как утрящился я эти тряпки. Не успела дойти, стала, каменела. Вот. Ну, туда наделась, пошла на завтра. Идет он, и тут к соседям говорит, знаете, вчера какое чудо видал. Какое-то привидение вот у меня. Голую хоть женщину видал. Я как-то ну, Бог знает, чё-то. И как помогает это? Не знаю. Ну, на мне сейчас уколы делать, и полегче спина была, то бы хотели не пройти. Бог знает. Тут и Алмак подарила мне одна из Питера. Приезжала на лето сюда. Женщина подарила мне Алмак. Грела, что там с ним случилось? Не загорается, да и все. Ремонтировать их. А что это такое? А что это? Ну, такие четыре. Ну, покажу потом. Не знаю, что у Гаштана. Наверное, в коробке что-то.